Всем привет! Это небольшой влог на тему моей ежедневной косметички. Я извиняюсь, я немножечко болею, поэтому в кадре меня не будет и голос такой слегка простывший. Итак, это моя ежедневная косметичка, она совсем такая небольшая. Итак, что у нас здесь есть? Сейчас я буду вам доставать и показывать, немножечко расскажу. Резинка. С утра мне очень нужна резинка, потому что волосы длинные, и когда делаешь макияж, конечно, лучше, чтобы они были убраны. Не могу сказать, что мне очень нравится такая резинка, телефонный шнур, но, по крайней мере, пользуюсь. Волосы вроде бы, правда, не выдирает, как и обещают производители. Ну, бы мили патчи. Наверное, для кого-то покажется странным выбор для моей утренней косметички, но, честно говоря, признаюсь, грешна. Очень часто я выхожу с утра с красными губами. Ну, конечно, это в основном на работу, хотя бывает и с ребенком выхожу погулять с красной помадой, в зависимости от настроения. К ней же там где-то еще лежит и красный карандаш, наверное, мы его найдем чуть позже. Итак, гель для бровей, он уже почти закончился. Ну, такой неплохой бюджетный вариант от Шери Машери. Бальзам ES. Прошу прощения, он такой немножко испачкался. У меня растворился бронзер, по-моему, там. Это ванильный, обычный в стике. Очень удобный. Я всегда использую бальзам перед тем, как наношу макияж. Это палетка теней от Avon. По-моему, да, это Pink Sense. У меня залез руками ребенок и, видите сами, испортил немножечко мне упаковку. Да, это Pink Sense. Вообще, до этого здесь лежала палетка Moka Latte от Avon, но я решила, что немножечко хочу чего-то более яркого и блестящего. А подводка Lancome. Неплохая, но не стойкая совершенно. Не буду больше брать и, в принципе, вам не советую. Так, это у меня карандашик от Rimmel в оттенке 01, по-моему, Dark Brown. Честно говоря, очень ошиблась я в выборе этого карандаша, хотя он, в принципе, сам по себе неплохой, в меру мягкий, в меру твердый, и эта щеточка хорошая, но я ошиблась с оттенком. Когда я сводчила его на руке, он был красивым, таким серо-коричневым, и я не знаю, как я не заметила этот рыжеватый подтон. В общем, когда я попыталась сделать более интенсивные брови, и когда немножечко хотела изменить форму бровей, я поняла, что они тупо рыжие. И это, правда, очень некрасиво. Поэтому, девчонки, честно говоря, аккуратнее с оттенками. Мне понравился этот карандаш, и я буду искать в их линии что-то более подходящее для меня. Но вот этот вот 01 Dark Brown совершенно рыжий, девчонки, честное слово. Также у меня здесь есть консилер от Revlon Color Stay в оттенке 02 Light. Хорошая штука, мне нравится, особенно при условии того, что у меня, в принципе-то, еще и основа Revlon. Мне нравится, хорошая штука. Румяна от Vivienne Sabot, кажется. Я сейчас использую их и как бронзеры, и как румяна, потому что все мои бронзеры, у меня кажутся слишком блестящими. Я в поиске идеального бронзера сейчас, поэтому вот этой штукой пользуюсь вместо бронзера. Так, это одна из тональных основ, которые в моей косметичке. Она на водной основе, очень легкая, мне нравится. Оттенок еще пока такой достаточно загорелый, пока загар еще не сошел. Я ей пользуюсь в основном в то время, когда я не еду на работу, когда я гуляю с ребенком или просто нахожусь дома. То есть она очень легкая, легко наносится и хорошо, приятно на коже. Никаких таких, знаете, неприятных ощущений она абсолютно не вызывает. И также у меня здесь есть вторая основа, это Revlon Nearly Naked. Это оттеночек 170 Natural Beige. Она более плотная такая, хорошо держится на коже. Я ей пользуюсь в основном, когда еду на работу, или я знаю, что целый день проведу в каком-то мероприятии, или на съемке, когда еду.
В общем, очень хорошая. Она достаточно такая загорелая сейчас. Еще пока мне подходит, но на зиму, наверное, нужно брать чуть-чуть посветлее, потому что уже будет так сильно загорело выглядеть. Также здесь у меня это гелевая подводка от Rimmel. Неплохая штука. И здесь к ней еще была кисточка. Вот. Такая, в принципе, иногда пользуюсь, если честно, не всегда. Положила в косметичку, положила именно для того, чтобы пользоваться. Это праймер для теней от Avon. Очень хорошая штука. Очень мне напоминает тени от MAC Painterly. Paintpot, наверное. Честно говоря, для меня это один из бюджетных таких эквивалентов для именно маковской базы. Хорошая штука, у меня она уже вторая. И, собственно, я очень довольна, что нашла ее. Так, что еще? Тут немножко осталось. Мой любимый парфюм в миниатюре. Это маленькое черное платье от Guerlain. Так, что здесь осталось? Тушь Rimmel. Опять-таки, Extra Wow Lash. Так, про нее что могу вам сказать? У нее ужасная была кисточка, щеточка. Я поменяла ее на щеточку из моей закончившейся Extra Super Lash. Вот Extra Super Lash я пользуюсь уже, наверное, пару лет. Ну, в общем, честно говоря, мне очень нравится Rimmel тушь, поэтому, наверное, я им пока не изменяю. Конечно, беру другие на пробу, но вот они пока для меня фавориты, поэтому каждый день я пользуюсь именно ими. Так, вот мой красный карандаш. Это 108 Rouge Sexy от L'Etoile. Вот, для моей милипачи он, в принципе, идеально подходит, и я пользуюсь ими только вдвоем. Так, ну и последнее, что у меня в косметичке здесь, это невидимка и пинцет для бровей. Итак, это вот все продукты, которые поместились у меня в этой косметичке. Ими пользуюсь я практически каждый день. И, наверное, это все. Надеюсь, вам было интересно. Ну что, увидимся в следующих видео. С вами была Юля. Пока-пока!